Гипермаркет, Министерство юстиции, клиники, магазины, кафе, две остановки. Здесь есть все. Нет только светофора, чтобы пешеходы могли безопасно к ним пройти. Местные жители говорят, установить электронный регулировщик городских чиновников просят на протяжении 3 лет. Наталья Краснова живет в Черемушках 9 лет. Рассказывает, каждый поход в магазин для нее – это борьба со страхом. На перекрестке сильное движение. Да, конечно, чувство страха, понимаете, там машины летают, что там иной раз невозможно, но... Мы еще пока в возрасте не в таком, я могу пробегать, но другие пожилые, конечно-то нет, с палочками ходят. Там надо очень светофор, потому что мы часто-часто ходим в магазин постоянно. Ну, все наши черемушки. Мы собирали подписные листы, да, по поводу светофора. Все, да, подписались? В петиции на установку светофора подписались уже несколько десятков человек. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, обращались в городскую администрацию и даже лично к мэру областного центра Валентине Калите. Обратить внимание на себя и на проблему благовещенцы пытаются всеми возможными законными способами. Горожане даже вышли на митинг. Просто обозначаем данную проблему, чтобы... И власти услышали, и люди знали, что все-таки есть, да, такая проблема. Решение, где будет установлен электронный регулировщик, принимается исходя из дорожной ситуации. Учитывается количество аварий и дорожный трафик, отметили в Благовещенском управлении ЖКХ. В этом году в первую очередь светофорами оборудуют перекрестки с повышенной аварийностью, к примеру, Островского-Октябрьская и Чайковского-Заводская. О пересечении переулка Пограничной и улицы Ленина статистика ГИБДД говорит более позитивно. В этом году не было ни одной аварии. Обустройство пешеходного светофорного объекта в районе переулка Пограничной Ленина требует в том числе переноса автобусной остановки. То есть, соответственно, здесь будут затраты не только связанные с установкой светофорного объекта, но и с переносом автобусной остановки. То есть, эта сумма приблизительно будет не менее 1,5 миллиона рублей. В 2014 году городские чиновники разработали проект организации дорожного движения. Администрации рекомендовано обустроить светофорами 50 перекрестков, в том числе и установить на Пограничном Ленина. Но не в этом году. Когда же силами рабочих и благодаря светофору перекресток станет безопаснее, решит административная комиссия и ГИБДД. Поэтому пока горожанам придется на свой страх и риск пересекать оживленную улицу. Денис Свириденко, Михаил Величкин, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.